Здравствуйте, рядом со мной Артем Перлин, компания Sidrology. Здравствуйте. Добрый день. Тут же хочется сразу спросить, чем занимается ваша компания, но из названия компании уже понятно, что вы занимаетесь сидром. Давайте подробнее. Да, мы дистрибьюторы и производители натурального сидра отечественного и также популяризаторы его в России. Расскажите немножко о компании, сколько марок сидра у вас есть, сколько у вас партнеров, может быть, вы делаете какой-то один, но самый вкусный сидр и все. Ну, на сегодняшний день у нас более 7 партнеров-производителей сидра, плюс наши 3 торговые марки. Сидры бывают разные, соответственно, многие люди любят вино и хотят вино пить из винограда. Также и сидр. Мы как бы хотели, чтобы люди пили натуральный продукт, сделанный из сока прямого отжима, потому что бывает сидр из концентрированного сока. 4 года на рынке, развиваемся активно в хорике, и вот сейчас рассматриваем заходы в ритейл, поэтому мы здесь. Расскажите, откуда у вас сырье? Вы откуда-то из Бангладеша заказываете яблочки и давите их уже здесь? Нет, сырье все отечественное. Почти в каждом субъекте Российской Федерации есть сады, и где-то больше, где-то меньше. Соответственно, люди, которые производят в домашних условиях, уже есть везде в России сидр. Но у нас в основном сконцентрированы из европейской части России производители. Это Санкт-Петербург, это Саратов, это юг России. Беларусь тоже относится, тоже у нас есть представлено в портфеле. Расскажите, наверное, где вас могут найти ваши потенциальные клиенты, назовите соцсети, сайт, все остальное, чтобы нас посмотрели крупные игроки ивент-рынка и захотели вас поскорее найти. Да, у нас есть сайт www.sidrology.ru, у нас есть страничка ВКонтакте и в других социальных сетях. Также активно нашу продукцию можно встретить в разных ресторанах, от ресторанов Рапопорта до каких-нибудь известных рюмочных Москвы. Ну, я надеюсь, теперь конечный пользователь скоро у себя в ритейле, в ближайшем магазине сможет найти вашу продукцию. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо вам. Увидимся.